она на дачу переезжает. И зашла со знакомым товарищем попрощаться. Ты себе читай, Кузнецова, и ни на кого не обращай внимания. Пожалуйста. Полный крах. Вась! А Вась! А что ты опять не дадишь, что Вась? Ведь новую юбку чуть не провала, Вась! Ой, Вася, а это кто такие? Где? Вот. А, так это Абрам. А что, ты с ним не знакома? Ага. Абрам! Абрам, а пойдем я тебя с Милочкой познакомлю, а? Вот, пожалуйста. Абрам, Людмилочка, Людмилочка, Абрам, знакомьтесь. Не то, да не ту. Людмилочка. Здрасте, Абрам. Здрасте, Абрам. А это кто такая? Так это одна знакомая, хорошая знакомая, Абрамчика, да, пришла, так понимаешь, посидеть, чайку попить, а ты на нее не обращай внимания. Правда, Абрам? Правда, Абрам? Ага, да, это одна очень хорошая знакомая, Абрамчика, пришла чайку попить, не обращайте внимания. А откуда козлы? Да! Откуда они взялись? Самый-то главный вопрос, Абрам, ты же умный, откуда козлы? А действительно, откуда козлы? Откуда козлы? Она на дачу переезжает, ты зашла со знакомым товарищем попрощаться. Знакомый, что ли? Что все это значит? Кузнецова, это значит, произошел полнейший крах. Они тоже сегодня регистрировались. То есть как? Как все, законным образом, в ЗАГСе. Зачем? Кузнецова, а ты думаешь, мы только с тобой такие умные? Кузнецова, ты думайся, что произошло, думайся, что произошло. Кошмар. Вася, а что это она разлеглась тут посредине комнаты? Устраивается мешать, так Вась, скажи ей. Да вот еще, Людмилочка, ей-богу, а ты на нее просто не обращай внимания, пускай себе лежит. Как это не обращай внимания? Всю площадь загромоздила нахалка. Так, сейчас я ей сама скажу. Вот когда в гости приходит... Людмилочка, да вот еще ей-богу. Да я должен тебе сказать, только ты не сердись, а? Абрам сегодня тоже женился. На ней! Чего? Вот такое! Вот такое! Ну и жалость! Что за жалость? Великий свет! Таких историй! Конечно, точно! Не случилось! Как одно и то же надо мы зачем? Как он убрали? Нашему женщину! Ужасный грамм, семейный грамм.